За первые 7 месяцев этого года объем внешней торговли Китая упал на 7% до 13,5 триллионов юаней. Это около 2 триллионов долларов. Такие цифры сообщило Главное таможенное управление КНР. Согласно официальным данным, экспорт снизился почти на процент и составил 7 триллионов 750 миллиардов юаней. Куда сильнее пострадал импорт на 14,5%, стоимость ввезенных товаров не составила и 6 триллионов. Положительное сальдо торговли удвоилось в первом полугодии, достигнув почти 2 триллионов юаней. В июле снижение объема экспорта составило почти 9% или чуть больше 1 триллиона в юанях. Импорта на 8,5% до 930 миллиардов. В прошедшем месяце профицит торговли снизился на 10%. Объем торговли между Россией и КНР за 7 месяцев снизился почти на 29%. В управлении отметили, что объем экспорта товаров в Россию снизился по сравнению с прошлым годом на 36%, составив почти 18 миллиардов долларов. Что касается импорта российских товаров в Китай, также наблюдается уменьшение почти на 21%.